Итак, ребят, ладно. Всем еще раз привет, добро пожаловать. Погнали, продолжим Magic'ами. Основной сюжет. И у нас третья глава сегодня на блюдечке. Вы готовы, дети? Как, кто будет следующий или следующими чудо-девочками, что к нам присоединится? Делайте свои ставки. А я как вижу, кое-кто тут опять чем-то недоволен. Сейчас, секунду, у меня наушники запутались. Да, капитан, окей. Так, чего? Ну не тупой ты, а? Она-то часа... Взял и разозлил девушку. Маленькую девочку. Это она про кого? Кого я разозлил? Ее, что ли? А, скорее всего, это про Акису, типа. Так. Работать вместе, сражаться вместе, преодолевать трудности. Это основа всех основ еще с каменного века в Ки. Чего? Это их ВК-трасса. Ну да, ты права. Возможно, я переборщил. Или не стоило ее делать чудо-девочку. Да ладно, блин, нормально. Ты голову хотя бы используй время от времени, окей? Ты что, хочешь действительно превратиться в инструмент? Нет. Блин, опять этот сраный термин. Сосуд-инструмент. Мировоздание. В сосуд или в инструмент мировоздания, я не знаю точно. Пока не пройдем дальше по сюжету, точно не узнаем, я думаю, что это точно значит. Я ж тебе рассказала же, что может случиться с девочками-волшебницами. И на что, типа, я могу повлиять с ними. Да уж. Как лидер, прямо можно дисквалифицировать. Чего? Лидер? С каких пор? Ну это само собой естественно, разве нет? Ведь и не смотри на меня с таким удивленным лицом еще. Демо. Я-то сильно ты не придираюсь, это ты постоянно придираешься. Может, я что-нибудь съесть, что ли? Чтобы спокойно стало на душе. Окей, ладно. Что-то у нас не особо все хорошо с ней. Так. На следующий день, после того, как Акиса присоединилась и начала сражаться вместе с нами. И наши девочки-волшебницы рады новому, новой партнерши больше, чем обычно. Кое-кого прямо, кое-кто прямо возбудилась до края. Ну, мы знаем, кто это, Ероха. Ух, Ому-Ому, наконец-то ты снова с нами. Чё они тут? Мы как раз тут говорили про приветственную вечеринку Акиситян.
О. Так, описать тело, дать ее руку, подойти. Ну да, в конце концов, Йороха, ты, вы с Каори учитесь в одной школе, а Акиса совершенно в другой школе. Так что, если вы подружитесь, это довольно хорошо будет. Это, кстати, действительно будет хорошей возможностью... Нет. Это событие действительно будет хорошей возможностью, чтобы Акиса и все остальные смогли... стать ближе, да. Сократить дистанцию. Если честно, мне вообще наплевать на все эти приветственные вечеринки. Что более важнее, Ому, Нес, мне нужно о многом с тобой поговорить. О чем же? О, господи, этот смех меня уже... Кстати, этот смех Коко мне реально уже начал сниться во снах. Вот такой наркоманский. Да, я тоже хочу побольше поговорить с тобой, Аки-Аки. Аки-Аки. Слушайте, у меня тут скидочные купоны для гейм-центра, игрового центра. Я их получила совсем как раз... Я получила недавно сегодня на ресепшене тут в караоке за то, что мы частые клиенты. Поэтому почему нам не взять и не пойти туда поразвлечься? Каорин, да ты просто гений, замечательно. Это будет действительно хорошая вечеринка... нет, хорошая приветственная вечеринка в игровом центре. Ну, если ты хочешь пойти в игровой центр, то кое-кому стоит говорить и вести себя поспокойнее. Точно. А разве игровые центры это не опасные места, а? Ну, типа там... запах сигар, плохой воздух, плохие люди. Она в какой игровой центр-то была-то? Я даже буду представить. Да нет. В наше время все уже давно не так. Ури Тори. Ури. Ури это нос скорее. Тори это взять. Сделать. Показать. Пришел. А, фотосессия, что ли? Понятно. В наше время это уже не так. И кроме того, я хочу сделать фотографию с Сейреса. Ну, короче, она типа хочет именно сфоткаться в этих, ну, знаете, этих японских автоматах, где там всякие сердечки, все это дерьмо. Ну, я думаю, вы поняли. Они называются Ури Тори. Или этот процесс. Вот как. Ну, это неплохая идея. Да хватит уже. Аки-Аки прямо как кукла. Если еще заставить ее покосплеить кого-нибудь и сделать фотку, будет вообще замечательно. О, господи, ну все, она попала. Да! Тогда давайте вместе все пойдем в гейм-центр, в игровой центр, и сделаем фотографию в косплее. О, господи. Это же моя приветственная вечеринка. Поэтому что вы тут за дичь-то мне предлагаете? Да. Что у нас там в чате? Взгляд
Акисы просто великолепные. И не говори. Попала к сумасшедшим. Ну да, она постоянно фейспалмит. Можно сделать смайл с фейспалмом ее прямо. Будет у нас свой личный фейспалм. Так, Итак, в этом игровом центре мы поиграем во что-то или как? Мне кажется, он вам каким-то еще изношенным, что ли. Блин, я что-то нигде не могу найти будку для фоток и косплейный уголочек. Нигде не видать. Облом, короче. О, господи, да я уже заебался этим уровнем. Что это за звуки? Какие-то странные звуки. Какой-то мужчина С. Ну, короче, какие-то задроты. О, тут еще зацензурено. Блин, да эта игра просто срань собачья. Ну... Там был, короче, какой-то типа жесткий мат. Эй. Это как-то страшно. Мы, собственно, пришли в игровой центр, что находился на окраине города. Тогда вот почему тут так жестко. Слушай, в конце концов, это место действительно место диких животных. Как-то так. Или, ну да. Место диких животных или диких вообще. Или это просто дикое пространство. Слушайте, давайте в каком-нибудь другом заведении сделаем эту приветственную вечеринку. Эй. Акисатян, чего? Ага, понятно. Прямо навевает воспоминания, когда я смотрю на эти автоматы вблизи. Опа. Похоже, Акиса заинтересовалась в файтинге, который был на этом игровом автомате. Тем самым она решила изучить его поближе. Возможно, он имеет какое-то отношение к нему, и он нравится. Аки-аки пошла поиграть? Почему бы с ней бы вместе тогда не поиграть? Тебе. Хорошо. Я, если честно, хотел бы что-нибудь сладенького еще взять. Каурин? Что скажешь, пойдем? Пойдешь? Эй, подожди, Юроха. А я думаю, что мне нужно пойти подобрать пару цветов. В чем тут цветы? Ладно, не понятно. Видно, это какая-то шутка, наверное, должна была быть. Тогда я пойду прослежу за Акисой. Эх, 5 побед подряд. Прямо везет. Ничего себе, ну ты даешь. Акиса... А ты действительно, а ты на удивление очень хороша в подобных играх. Цветы замена сходить в туалет. Возможно. Я не в курсе. Давным-давно моя кузина Элиза состязалась со мной в этой игре, как я понимаю.
Но в конечном итоге Ализа постоянно всегда лучше была в этих играх, чем я. Ализа это, если что, блондинку, которую мы видели там, где была и моя вайфу. Если я ничего не путаю, да, это она. Значит, они связаны. А, это была твоя блондинка, что была ранее. Значит, она твоя кузина Акиса, да? Так. New Challenger. Новый соперник. Ну, надеюсь, что в этот раз будет что-то более серьезное. Эй, Акиса, все в порядке? Как я могла 10 раз подряд проигрывать? О, похоже, кто-то попался серьезно. Черт, опять? Блин, я уже даже... Так, блин. Я уже ничего читать не могу или ничего не могу увидеть. Да, не могу ничего увидеть на экране. Она действительно очень хороша. Или вот. Прямо читает все движения наперед. Чувствует мою игру. Да уж, много времени прошло с тех пор, как я так сильно не загоревалась касательно игр. Омниус, прости, возможно, я сейчас эту машину сломаю. Нет, можно дальше. Эй, ты хоть понимаешь, сколько денег она будет стоить? Кроме того, ты вообще все свои деньги уже потратила. Пугага. А! Вот у нас кто. А, вижу, в тебе еще пламя горит, мотивация есть, да? Мне действительно это очень нравится. Привет, Матвей. Ага. Так вот у нас задротка, значит. Так. Так, а эта девчонка типичная шибуйская гяру, что ли? Ой, какая прелестная маленькая девочка. Ты из младшей школы? Я так взволнована. Кое-кого бомбит. В чем дело? О, Акиса-тян, ому-ому, нашли. Как можно зажрать столько столько сладостей, живот уже разболелся. Ну, а это твои друзья, что ли? А ты кто? Я? Я Римизу Рири Дес. Приятно познакомиться. Я Риринка, значит, да? Приятно, приятно. Ну что, ребят, познакомьтесь. Вот наша... Еще один наш персонаж, который когда-нибудь станет что-то девочкой. Яру Рири. О, господи. Это Яру? Да, или Пой, да. Видишь? Рири. А как ты ее там звала? Аририн? Аририн? Коко ее называть будет, походу. Так. Ну, приятно познакомиться, мы впервые видимся.
кого-то бомбит. Только что ты, конечно, очень хорошо себя показала в игре. Действительно, хорошая игра. Я даже не... Я в Данилке не встречала такого хорошего соперника. Верно? Эй, полегче, полегче, Рири-тян. Не нужно... Не нужно приставать к маленьким девочкам вот так. Маленькая девочка. Да заткнитесь вы уже! Хватит! Победа за тобой. Молодец. Так, Акису надо привязать, пока она ничего не сделала. Да ладно, пусть и рвет. Мы не против. Ну, в любом случае, если хочешь, мы можем столько раз еще сразиться, поиграть друг с другом, сколько захочешь. Хотя, если честно, я чувствую как-то себя неудобно уже. Кстати, а в этом игровом центре есть какой-то приз самому лучшему игроку? Марина, ты что-нибудь знаешь об этом? Сама бы хотела знать. Что за персонаж? А, кто-то... Нет. Понятно. Она не спросила, типа, в этом... то, что, типа, есть какой-то приз лучшему игроку, а именно указала на этого... На нашего Омниса. Типа, он является призом для лучшего игрока. Вот. И, типа... Не знаю, самому интересно. А что это за странный персонаж? Типа, существо наше. Наш Омнис, понятно. Теперь понятно. А? Я? Вы что, меня видите, что ли? Оно разговаривает. Опа, вовремя. У меня... Демоны появились прямо в такой момент. Так, это недалеко. Девочки, погнали. Офигеть, оно реально разговаривает. А, кстати, а что это за звук только что был еще-то? А, ну, как бы, знаете, а мы вообще-то девочки-волшебницы на самом деле. Ероха, что ты такая тупая? Ероха, сейчас нам... Сейчас у нас нет времени кому-то что-то объяснять. В любом случае, нам нужно идти. Как-нибудь я хочу матч-реванш. Потом. Эй, подожди! Тут демоны появились, и мы, девочки-волшебницы, нам нужно пойти и разобраться с ними. Так что до свидания. Блядь, еще одна. Зато с ней не скучно. С ними, да, Вилдлин. Не скучно. Ну, хоть что-то позитивное. Ну, хотя, ладно, с ними все понятно. Они видят нашего Омниса, так что они тоже кандидаты. Так, мы получили уведомление по Динамисфе. И наши девочки-волшебницы вместе с Омнисом сразу поспешили пункт назначения. Однако девочки, которые остались, были в недоумении, и витала какая-то странная атмосфера. Марио,
Как ты думаешь, что только что было? Честно говоря, это какая-то очень таинственная группа людей. И еще есть пугающие. О, ничего себе взгляд. Если честно, мне они интересны. Поэтому я пошла бы и понаблюдала за ними. А ты, Мэри, Мэриот, что будешь делать? Пойдешь со мной? Ну кто бы сомневался, само собой, очкастая мангака. Ну, как же без этого, конечно. Рири-тян, ты прямо как всегда. Но у меня дедлайн, так что я должна вернуться домой и продолжить работу. Ну как бы она не говорит напрямую, но блин, учитывая эти слова, я думаю, всем и так все понятно, чем она занимается. А еще я уборщица, вот 100%. Если по Юри, то это будет, конечно, классно. Но, скорее всего, я учится. А, вот как. Ну, тогда увидимся. Все ли будет нормально? Да уж. Может быть, она программиста? Программистка? Да, конечно, Липой. Так, ну, ребят, уже спойлер всем виден. Вот он, да? Вот, вот. SRR, спойлер. Так. Ну что ж. Йоси. Что за дичь сейчас вернусь? Так, идем дальше. Может, и не будем я овощицу брать. Это не нам решать, это Гагарис решать. Ну, посмотрим, может быть, она не такая. Ну, по стандарту так все должно быть. Но... может быть, нет, не будет. Ну, по морде. Да не, лучше другого не учили, щиты были сломаны. Смотрите, какая у нас тут разноцветная. Ну это мы огнем должны гасить. Yeah.
Дропы? Да нет, вроде. Что у остальных? Мочи, ломай, хорош. Так, я думаю, нужно наших девочек немного прокачать, что-то они долго их разбирают. Вот, кое-кто вообще на грани. А то они до сих пор первого уровня, если что. Нужен хилер. Ну, хороший хилер — это еще моя вайфу, но она имеет навык воскрешения и хила. Но ее мы еще не получили по сюжету, так что рано ее использовать. Она на ивентах хорошо тащила. Точнее, на ивенте тащила. Пока что только один ивент был. Салар, да, совершенно верно. Юроха пишется через И. Погнали. Рабочим нужен завод. Что? Что, Липоид? Какой завод? Так. Ладно, давайте немного тогда прокачаем наших основных тянок. Так, основные у нас, собственно, Йороха Ультрарарка. Она до сих пор первого левела. Тут у нас есть еще лимит брейк, как бы там прокачка навыков идет отдельно. Прокачка навыков — это самое жесткое. Так, давайте возьмем ей 30 левел, что ли. Вот про изготовление тянок. Вот так мы, так мужики и являются заводами по изготовлению, не только тянок. Что-то хуй, как бы. Они существуют уже. Так, она в патне? Серьезно? Нет, стоп, кто у меня там в патне, я забыл. Тут мне указывают вообще все, кого я выбрал. Ее выбрал как дополнительное только. Так, Каору у нас еще в пати. А. Ми. Смысл от этого? Кстати, Акису можно взять в пати, поэтому давайте ее прокачаем. Давайте в стандартном. Или лучше в этом. Давайте в стандарт для начала. Так, оп, все, хватит тебе. Кокуа заменим на Аки. И Сейра. Эй, денег не хватит. Да, не хватит, блин. Вот отстой. А вы хотите, чтобы я еще им платил? Мне самому денег на их прокачку не хватит.
Ну, чтобы им еще платить что-то. Что тут, прокачка навыков. Ну, да, тут как бы... Мы бомжи. Ну да, все спустили на тян. Зарабатывают как умеют. Ну да. Так, ладно, все. Следующий момент, сюжетный момент. Осторожно! О, посмотрите сзади, что за няша с глазиком. Так. Оставь ты на меня. Там. Ой. Смотрите, спрайт у монстра. Так, фу, победили, так, одолели всех вроде бы, пока что. Воу! Крутяк! Блин. Так, а ты... А? Аририн? Ой! Простите, простите. Я как бы типа беспокоилась и решила пойти за вами. Это было очень круто, как вы вон там прыгали, летали, что подобное. Это что? Какой-то фильм? Экшн-фильм снимаете? Что? Или это CG, как я понимаю, используется еще. Что за проект это вообще? Это никакой не CG. Это настоящая битва. О, господи, Киару ненавижу. Они коверкают слова. Это не... Фуку Ладжуцу. Сейчас, ребят, секунду, я слово посмотрю. Это значит, его вещание. Чего, блин? А, ну понятно. Неси хрени. Вот что это значит. Со сленга Гер. Это, да. Эй. Да послушай ты, все это правда. Ури, ури. Ури, ури. Окей. Странные звуки. Эй, слушай, не тыкай ты в меня. Она решила потыкать в ГГ. Ну, почему нет? Э, что? Что за... Что случилось? Что только что было? Да подожди, сейчас все объясню. Так. И рассказал наш герой ей про демонов, которые пожирают сущности людей. Насчет чудо-девочек, которые борются с демонами. Также еще рассказала, что только ограниченное количество, только избранные, так сказать, девушки могут стать девочками-волшебницами.
и попросил, чтобы ей, чтобы она держалась подальше от всего этого, потому что это очень опасно. Демоны. Демоны. Девочки-волшебницы, да? Поняла? Это не игра какая-то. Это действительно очень опасно. Так что тебе не стоит идти за нами без разрешения, тем более. Ну, теперь я поняла, о чем вы и ранее говорили. После твоего рассказа, Омутян. И я тут подумала... Я тоже, типа, могу стать девушкой-волшебницей, как я теперь понимаю, да? Это да, но ты вообще меня слушала, да? Я же уже тебе сказал, что... Вот Акиса, например, которая ранее... Не-не, все, решено. С сегодняшнего дня я тоже хочу быть такой. Ты вообще игнорируешь то, что я тебе говорю, да? И опасность. Ой, да ладно, это же так интересно! Я как раз искала каких-нибудь горячих приключений. Ну и вот нашла. Свою жопу. Вау, Рири-тян! Ну что ж, тогда полагаясь на тебя. Меня зовут Йороха. Полагаюсь ли я на тебя, Йороха? Если мы вместе скомбинируемся, то будем вообще просто офигенно мочить демонов. Чё, правда? Круть! Действительно будет нормально, что среди нас будет вот такая, как она. Ну, с другой стороны, вы посмотрите, Йороха в каком радостном настроении. Ну и плюс, если она так же физически сильна, как она, то почему бы нет? Меня это сильно беспокоит, если честно, как раз. Ну, если она сама так сильно хочет этого, то я думаю, что я не могу ее остановить, и ничего не поделаешь. Чего он покраснел-то? Кроме того, она не кажется плохой девушкой. Плюс, учитывая, что кое-кому из наших было довольно весело с ней, это может действительно помочь укрепить, скажем так, дружбу среди этих девушек. Я вижу, в чате уже кое-кто написал про это. Вот Коква тоже, по сути, ваш комментарий озвучила. О, Мутян, почему у тебя такой грязный вид выражения лица, а? Неужели тебе нравятся девушки, которые с распростертой грудью, скажем так, ходят? Нет! Учитывая такое грязное твое желание, я даже боюсь представить, в каком темпе у нас будут увеличиваться девочки-волшебницы в группе, и какими они будут. Фу, грязный ублюдок.
Да, в конце концов, сиськи все решают, да? Да не, нет, это не так. Я не смотрел на эти сиськи вообще. Я их ты вообще не видел. Эй, даже близко не подходи ко мне, понял? Забавно. Ну, Сократ, знаешь, в чем отличие этой игры от других игр? То, что он потрогает эти сиськи, будет делать, что хочешь с ними потом. И мы все это увидим. Так что, да. В отличие от всех игр, которые были на стриме до этого, да и не только. Это взрослая игра. Арты тут есть, если что. Ай, блин, я забыл взять. Естественным путем или магическим. Ну, Angry Rus. Ну, уже как получится. Так. И все. Вот теперь файтер. Чё, татарщик? Второй я проснулась снова к тебе. Хорош, на приколе. А есть не, это не смысл. Ну вот, сейчас нормально. Слабости никаких. Ну, хорош. Ну, Angry Rus, оружие тут зависит от... какой-то хрени. Ну, это чё, девочка, чё-то хотят. Нормально. Это вроде бы оружие под... можно... Это позже откроешь. Не, ну Акиса реально украла ключ Соры с Kingdom Hearts, серьезно. Минус ключик. Вот.
тоже. Хм, лесенний ко. Ну да, да, одолжила на неопределенный срок. О! Не буду спойлерить, что там было написано, узнаете сейчас. Спустя несколько дней после того, как Рири присоединилась к нам в группу. Рири играла, ну да, можно сказать, играла довольно активную роль в сражениях, что у нас были с демонами, и довольно хорошо справлялась, на удивление. Битвы с демонами никогда не казались такими, так что раньше могут так хорошо идти. Ой, стрим упал. Так, раз, стрим вернулся. Ребят, все норм? Тут у меня упало, пишет. Да. Хорошо, идем дальше. И в ее глазах не было видно никакого безумия. Девочки, простите за ожидание. У нас просто завтра культурный фестиваль, так что мы там готовились, вот и я и опоздала. Ей. О, Рири-тян, у тебя в школе культурный фестиваль? Вот такое время года? Интересно, какое число у них. Ну, в святой Чарудзу очень много знаменитостей и миленьких девочек учатся, верно? А, то есть, как бы... Смотрите, у нас оказывается, значит, это Рири из, вообще из третьей школы. Нифига себе у них сколько школ тут так рядом друг с другом. Прямо город школ. Ну, полагаю, что да, вы правы, действительно. Очень много у нас миленьких девочек. Вот, например, прямо в нашем классе есть... Одна девушка, которая выступает даже. Ну да, является публичным выступлением. Проводит публичные выступления. Гейно. О, девочка-идол, значит, да? Окей, походу сейчас девочка-идол у нас будет. А, ну вот, да. Так. А вот еще бы узнать, как правильно читается это имя. Окивайорико.
вроде бы. Так. И да, кстати. Эта девочка у нас идол местный. Хотя нет. Она идол. Зовут ее... Уикава Йорико. И кажется, она будет как раз выступать на... или проведет какое-то выступление во время школьного фестиваля. Мози! Круто. Ну да, вроде бы правильно. Потому что другого чтения я не припоминаю. Что? Йорико Уикава? Святой Чарл? Ня? Я видела, кстати, эту девочку по телевизору ранее. И то, что она будет выступать на школьном фестивале, это волнующе, это круто. Тогда придете завтра на фестиваль? Я еще вам представлю, как следует Мариану. Да, представлю вам, как следует Мариану, которую вы видели в прошлый раз. Заодно. Кстати говоря, это та самая девушка, которая была с очками, которую мы видели, и меня тоже могла видеть, верно? Это были мысли, если что, героям он не говорил это вслух. Погнали! Тогда завтра вместе пойдем на культурный фестиваль. Ей! Не-не, ее Мари зовут некоторые, но ее полное имя Мариана, по-моему, или Мариот. Не-ха-ха. Идти в другую школу — это немного волнующе. А. Да. Культурный фестиваль, на котором будет кучу миленьких девочек. А еще будет идол, а еще будет очкастая. Сейрел, походу, прочла все мысли. Мариана. Ну вот, видите? Значит, правильно. Просто иероглиф читается как вот то. Там уже написано нормально. Но Мариотто не может быть. М? Ну, если честно, меня это так особо-то и не интересует. Так что вы идите, я тут останусь. Нет, весело будет как раз именно из-за того, что мы будем вместе. И кроме того, а вдруг еще и демоны могут появиться где-нибудь, а ты будешь одна. Yes. Хорошо, тогда я тоже пойду с вами. И таким образом вы все сможете в любой момент трансформироваться, и никаких неприятностей не будет. Жалкие оправдания у ГГ. Омунис, я думаю, что тебе просто стоит быть где-то в районе, и как только приведет оповещение, пойти сразу туда вместе и встретиться с нами. Не обязательно идти прямо в школу. Сэра. Ты на меня в обиде из-за чего-то или что? Да уж, кое-кто обиделся, нужно пойти прокачать личные отношения с ней тогда. Тогда все будет хорошо, нужен ее social link. Так, сейчас, секунду.
Так, погнали дальше. Так, частная школа или колледж даже. Святой Чарл. Ух. Ух, сколько текста. Так, с самого основания этой школы она очень активно занималась развитием, обменом, так сказать, по всему миру с другими школами, как я понимаю, учеников. А также, помимо прочего, из этой школы очень многие те, кто заканчивали эту школу, становились довольно известными артистами или музыкантами. Канти много? Да, но они не сложные. К счастью. Эй, стоять! Я пропустил последний кусок. Так. За последние годы, например, очень много выступающих артистов, известных дизайнеров и этих, как их, рисовальщиков очень много выпустили и много кого других. Также очень хорошо она поспособствовала в развитии культуры искусства за границей. Ну или как-то так. Так, а вот это непонятно. Панфрето. Короче, эта школа какие-то исключения имеют, но непонятно про что именно. Художника, да, художника. Ну, короче. Так. Что делать, что делать? Короче, она скучает, как я понимаю. Оу, так значит... Это и есть школа Святой Чарл. Тут прямо такая свободная атмосфера, скажем так. Ну, в нашей школе все намного проще. Тут пожестче будет с правилами и так далее. Окей. Так, да, определенно. В ихних школах, Такераху и Арива, по сравнению с этой школой, как бы сильно отличается. Но было бы неплохо разузнать, какая ситуация в этой школе тоже для разнообразия, что ли. Так. Ну, помимо прочего, не стоит забывать еще как бы про демонов, ну и про миленьких девочек, которые можно найти тут. Сугоку ярки насасоу не.
Кстати, я уверен, что тебе, наверное, не особо много энтузиазма, учитывая, что будешь тусить с девушками один. Или это относилось к ней? Короче, оно несет какой-то бред очень скоро. И Котян. А, это, как я понимаю, та идола. Будет выступать. Ура, ура, сделаем это. Она какая-то наркоманка. Что? Уже началось? Сейра. Сан. Давай поспешим. Это наш шанс увидеть идола во плоти. Прямо... Каорин действительно прямо очень сильно зажглась по поводу этого идола. Ну ладно. О, господи. Да, спасибо всем большое за то, что пришли посмотреть на меня, Ико. На всю Ико, правильно считается. Я с сегодняшнего дня ждала с нетерпением прийти сюда. Так. Плюс я наблюдала за Икотян еще с тех пор, как она была начинающим идолом и выступала в как это? В районе, короче, 1000. То есть они решили это назвать этот район 1000. Ну ладно. Так. Так, и... Нет, нет. Спасибо всем большое, что пришли на спасибо всему персоналу, который занимался культурным фестивалем, что приготовила эту сцену для выступления Ико. Эй, ребята, а вы меня только что слушали, что я говорила? Нет, нам наплевать. Ну что ж, а теперь я исполню свою новую песню Коива Хачиджу Хачи Кащо Джун Джунпай, что можно перевести как «Любовь и 88 мест для поклонения». Или как-то так. Воу, это же... О, господи. Еще одна поехавшая. Ой. Воу, новая песня. И Котан... Очень, супер милая, очень милая. Ух, испугала. О, Мариана, ты тоже пришла на это, смотреть на это выступление? Ну, походу, она тоже очень сильно ее любит. Кажется, реально его ищется. Ну, пока что непонятно. Она, видите, тащится по идолам, так что, возможно, она по Юрию все-таки. Это уже поинтереснее будет. О, точно. Давай я вас представлю. Вот эта девушка Марианна... Марианна, как она там сказала? Правильно.
Да, Окада Мариан. Моя подруга детства. А? Это же те вчерашние странные люди. Здорово, я Ироха. Мариана-тян, приятно познакомиться. Да, здрасте. Что это за взгляд был? Эй, смотрите, смотрите. Ико-тян уже переоделась в другой костюм. Что? Пять. А, это... Это супер... быстрая хореография переодевания Ико-таны. Что-то с ней нечисто. Обычно такими вещами... такими вещами занимаются, скажем так, за кулисами, но у нее все по-другому. О, господи, она реально ёбучица. Ико-тян освоила технику быстрого переодевания из одного костюма в другого настолько, что она ни на чуть не смущается переодеваться перед зрителями. Да уж. Нет, походу у нас тут какая-то собака зарыта. А разве так легко так быстро переодеваться? Ничего себе. Но для чудо-девочка это, по идее, не должно быть тяжело, если что. Ну да, мы ведь тоже, когда превращаемся, наша одежда меняется в мгновение ока. О, вот как. И что же тогда это значит? Ну, не знаю, это просто миленько. Чё-чё? Да, но как бы в нашем случае просто обычные скучные наряды, лишь один, и все у нас, как бы, не знаю, что тебе еще сказать. Вот как. Неужели тогда, может быть, это... Какие-то мысли пришли. Ну, Они-сан и Они-сан. Чё? Как выступление? Ико-тян была хороша? Это... особый ограниченный концерт, если что. Мне кажется, у нее сейчас мотивации намного больше, чем тогда, когда мы заходили. Чё, волк? Это тян-гопник твоей вайфу, да? А, она из того же класса, что и я. Зовут ее, кстати, Ханаби. Она всегда ведет себя так. Ну как, дамы и господа? А как насчет особых... Я понимаю, она предлагает особые фотографии с идолом живых... С живым идолом.
Ну уж, давайте, давайте. Поспешите, это ограничено. Особые фотографии с живым идолом. Интересно. Эй, Хана, в чем дело? Ты тут деньги решила позаработать, что ли? Барыга, ну да. А что такое, Рили? В конце концов, она же идол. А у идола что продавать-то можно? Ее внешний вид обычно-то и все. Думаю, что ты, братан, держал глаза широко открытыми в момент выступления, когда Ико-тян переодевалась, чтобы хоть что-то увидеть, да? Костюмы, значит, да? Ну, наверное, она братиков из этого, вот, наверное, парней каких-нибудь, которые тоже уходили. Так, что у нас там в чате? Тем временем новая битва. Это можно рассматривать как стриптиз публично на сцене. Ну да, кстати. Так. Нет, мне просто ленивые люди нравятся. Салар, тебя отшили все. Можешь идти плакать в уголке. ГГ сейчас будут бить, походу. ПЗ. Если что, у нас вот есть тройное ускорение. Ну ладно. А три навыка, да? О, у каждого костюма свои три навыка. Их можно еще качать, развивать дальше, но нечем пока что, рано. Как-то не так делать, как надо. На авто. Опа. Сюжетная оценка открыта. Следующая битва. У нас тут несколько битв подряд прям. Ну,
Слабенько. Ну, или понял, потому что его тут нету, как бы. Они же сами только что сказали. Превращается в мгновение ока. Костюм сам. Ну, интересно, с очкастой как все-таки будет. Яойщица или юрищица? У нас все-таки будет. Потому что если по Юре, то... Ух! Нас ожидает... Кое-какое додзинси по чудо... Про наших девочек-волшебниц. Под пространство. Ну, как бы да, но... Ну нету тут, да, не сделано. Минус один. Ну да, Салар, как она играет с кисточкой там, все дела. О, следующий нормальный эпизод. Окей. Йороха, идет. Кто-то. Возможно, мои инструкции немного, скажем так, неправильны. Ой, похоже, Акиса будет очень сильно потом на меня жаловаться, и мне прилетит. Опять врасплох. Неожиданно. Чего? Эти демоны, они слишком быстрые. Ну точно. Опа. Новый костюм. Хорошо. Попробуем. Оу. Круто. Ты это сделала? Да, мне удалось трансформироваться и быть в другом костюме. С помощью динамисфера. Че, серьезно, можно превратиться и в другой костюм? А нафига мы их собираем в гаче? Во.
Вот, короче. Костюм еще сюжетно обоснован. Хорошо. Да. И в этом костюме я ее... Как сказать? Я чувствую, что мои движения не настолько скованы и могу двигаться быстрее и легче. Он лучше, короче, более подвижный. Хорошо, тогда я сейчас тоже попробую. И Кокуа. Что это за взгляд? Такой. Скрипка. Ну хорошо, что не рояль. Хотя еще не вечер. Воу, девочки, класс. Эй, подождите секунду. Я тоже хочу. Хорошо. В этих нарядах давайте разберемся с остальными. Будет легче. Ей. Так, походу все-таки насчет костюмов не будет то, что мы думали. Я учитываю их название. Походу их название ничего не значит. Эй, а как это вы поменяли костюм? Как мне сделать? Взгляд извращенки. Ну да, блин. Этот взгляд у Коко просто нечто. Эй, черный панцу. Ну да, панцу в этом костюме светится еще жестче. Сейра. Нехаха. Ладно. В этом браузере давно работает через жопу, но тут не зависает. Что-то хорошее. Надеюсь, касцена скоро закончится. И мы сможем нормально. Так, ладно, возвращаемся. Так. Все действительно теперь двигаются свободнее и лучше. Тем самым и мои приказы выполняются лучше. Блин, как-то так. Омниус, ты вообще с самого... Омниус, ты на самом деле с самого начала вообще ничего не делал. Да и сейчас не сказал бы, что много. А? Откуда ты появилась? Что-то время от времени я заметил, что ты куда-то пропадаешь сейчас. Я всегда тут вообще-то. Просто я ниже всех остальных, и ты, наверное... упускаешь меня из поля зрения. Да, трудно быть ловлей. И тем не менее, что это за бой наш сегодня? Действительно нечто отличающееся от того, то, что у нас обычно. Рири сражается лучше, чем раньше, благодаря новым находкам Динамисфия. Само по себе это не самое лучшее решение в долгосрочной перспективе. Ой, что так много. Исходя из моих анализов, будет намного более эффективнее использовать свои магические навыки, сначала собрав всю силу, точнее накопив силу в одну точку, и потом, когда будет брешь в защите врага, атаковать со всей силой.
Так, например, можно... Например, можно еще, типа, всех забафать, как я понимаю. Тем самым увеличивая их рейнджи огневой мощи. Я ничего не поняла, что ты сказала, Акиса, только что, но... Понятно. Вот что значит Акиса имела в виду под коллективным сражением. Хорошо. Ладно, ребят, давайте все будем действовать по этому плану. Ну, хорошо. Тогда давайте все вместе соберем всю силу в одну точку, так сказать. Окей. Поняла. Поняла. Хорошо. Самое главное, Омнис. Как это сказать? Цензурно. Не пропусти момент. Хорошо. Положись на меня. Давай, Рили. Ничего себе силище. О, круть, я действительно сильный. Ну, как и ожидалось. Рири Тян, большой успех. Ну, все это благодаря учителю, который наставил меня. Спасибо, Акиса. Нет. Если честно, я думал, что это не сработает. Ни за что благодарить меня. Мне нужно детальнее изучить... эту находку касательно костюмов и не только. Эти двое действительно замечательны. Их техника была хороша. Господи, дайте мне уже перейти в другой кровью. Так, для... Так, для Каори этот план, это, да, этот же план не подойдет, у нее немного другие навыки, скажем так. Но, тем не менее, я думаю, что сегодня действительно я поднял свои навыки касательно отдавания приказов. Ну тогда давайте уже разберемся с демонами и пошли домой, я устала. Отныне давайте придумывать стратегии сражений с врагами, думая не только о наших характеристиках основного костюма, но и других. И на что ты это намекаешь? Если я правильно понял. Ей, все, хорошо. Переходим в другой. Нормальный. Следующий. Эпизод у нас бой.
Галочка на канал, блин, забыл снять. Хотя, тем, кому интересно, и так уже тут. Тем, кто не интересен, то уже не будет. Все нормально. Я вот думаю, что нам с Princess Connect делать. Там стримить на этой неделе, но когда? В пятницу можно. Вместо Magicam. Сейчас, секунду. Автомат пока. Дали тут за песиком присмотреть на сегодня. Сидит в обувь, жрет. В смысле, жрет, играется. Салат, так я же говорю, вместо Magicam'я, не три игра там. Так, что, следующий у нас тоже будет? Окей. Эй, стоять! Стой! Нет! Успел. А, салат, а кто сказал, что я все три буду проходить полностью? Я сказал, все будет зависеть от вас. Какая игра будет больше смотрибельна, то и пойдем полностью. А вторую, может, потом или вообще бросим, если с ней будет. Так что все в ваших руках, товар. Нет. И так далее. Потому что игр много, времени мало. Я
Блин, что-то как-то жестко их всех парализовали. Так, следующий эпизод. Окей. Начало становиться все больше и больше одновременных боев, кстати, если заметили. Так вот, да. Все больше и больше боев. Ну, да, чем дальше, тем больше боев. И начнется наконец-то уже, скажем так, более жесткие бои. Где нужна будет и прокачка, и все остальное. И да, кстати, заметил озвучка. Давайте посмотрим, что у нас тут. В любом случае. Вот сейчас мы узнали то, что все-таки эти костюмы очень важны. Каждый из них имеет свои способности. Да, верно. До сих пор мы как-то сражались, даже как-то не думая об этом. Да. Даже Каори, даже наша Каори шла вперед, не думая ни о чем. И не изучала ей способности все до конца. Слышь, Омниус, почему ты не знал тоже, на что ты способен? И эта сфера. Что ты только сказал обо мне? Ну, думаю, просто как бы у меня времени не было изучить все способности, вот и все. Нет, не кивайся тут. А просто Омниус не заботит сложные вещи, да? Ироха, ты слишком мила по отношению к Омниусу. Слишком хорошо к нему относишься. Ну, простите. Ой, я такой бесполезный. Мне стоило слушать то, что говорит Камисаман, более осторожно и тщательно. Ой, да успокойтесь, успокойтесь. Вот мы и узнали про эти костюмы. И можно теперь их использовать. Все ж в порядке. Не нужно поедать друг друга из этого. Интересно. А есть еще больше у нас каких-то костюмов, кроме этих двоих? Больше различных костюмов? Есть, есть. Может быть, в один прекрасный день мы соберем... Или мы узнаем больше про эту... про эти костюмы и про эти способности.
Если для нас, у наших девочек будет больше нарядов под разные ситуации, то думаю, что тогда всем будет даже легче идти дальше вперед, и все-таки мы сможем выполнить свою цель. Ну хорошо. Ради битв, которые нас ожидают впереди, нужно приготовить больше нарядов. Ты что несешь такое? Ну что ж, ребят, ради будущих боев нужно больше гачи делать. Что, конец главы? Да. Какая-то короткая глава получилась в этот раз, мне показалось. Последнюю фразу, да, вслух сказал, как мы видим. Все остальное было у него в уме. Так, ну что, все? Все, ребят. Поздравляем, мы прошли первые 3 главы. Мы молодцы. Дальше уже перейдем на мой основной профиль и будем играть там. Собственно, вот еще и по PvP открылись. Ладно, давайте потратим все, что есть на этом аккаунте. По-любому я уже к нему, скорее всего, не вернусь. Ну, что пропадать добру. Хотя у нас тут ультра-ранка Гопник Тян. Ладно, короче. Ничего хорошего. Ладно, тогда тут мы на этом закончим с Magic-ами, и продолжение следует когда-нибудь. Когда-нибудь точно не знаю пока что. В анонсах будет, как обычно.